Если хочешь попытать удачу и выиграть оружие с коробок удачи, пушки магма, элитные пушки или супер вип-ускоритель на месяц и многое другое, то загляни в описание и поучаствуй в моем розыгрыше. Ну и лайк поставь. Господи, ты только посмотри. Два ПВЕшника грузится играть один на один. Как мы давно уже этого не делали. Раньше у меня выходило по 10 видео подряд один на один, а теперь раз в 2 недели. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, Наташа. Привет. И мы играем один на один, сука, Warface чуть не двигался. На золотых пулеметах, не знаю, у нас сейчас походу только рубрика один на один, когда мы играем только с золотыми пулеметами. Я хочу тебе с одного патрона дать... Да Я тебя, короче, в ноги съела. Сука, блядь, вы что приехал? О, господи. Это пулемет не может шутить в голову, ты прикинь, золотой пулемет. Это что за херня? Это я немножко нарушаю. Ты что, охренел, что ли? Немножко нарушаю. Я, конечно, все понимаю, но ты это, да. Слышь? Вот знаешь, вот реально, вот как ты знал, что я здесь сижу? Слышь, ты по прямой играй, это что за херня? Ты что нарушать-то начала вначале? Ты раньше. Один раз нарушила. Нихера себе, три раза подряд нарушила. Один. Раньше ты хотя бы не настолько сильно нарушала. Знаешь, я. Что? Объясни! Что, вот знаешь, у тебя пулемет был в руках, потом ты, короче, катану резко взял. Да. Слушай, настаиваю Наташа на отмазке, ну как всегда. Отстань, я не хочу с ним пулеметом стрелять. Я ненавижу с пулеметами играть один на один, это такой зашквар. Я вообще ненавижу один на один играть. И мне люди говорят, типа, го, один на один, что только против Наташки можешь играть на один на один. Ко-ко-ко. Такие умные, вот просто дохрена умные. А ведь они правы, я только против Наташки могу играть один на один. Потому что тащеры играют, настоящие тащеры играют только против девушек. И что это такое? Почему ты опять там налево сидишь? Я что-то это, не знаю, мне прям туда хочется пойти и слить тебя в спину. Мне хочется слить меня в спину. У тебя пригорит знатно. У меня пригорит знатно? Если, мне кажется... Серёжа, ну дай себе спывайте, что это за фигня? Я не заходил за погрузчик. Что, блядь? Ты немножко влево села, нет? Право. Слышь, Наташ, я сижу, ты знаешь, где я сижу, поэтому... Да почти, что у меня прошло? Ты почти зарезал меня. Ну почему? Я попал по тебе. Сука, это катана, она китайская. Отвечай, этот скин, он китайский какой-то, понимаешь? Нельзя на катану брать и вешать какие-то рисунки. Это херня какая-то... Серёж, ты меня вот сейчас убил через стену, но у меня так реально показалось, что ты начал стрелять за стеной. Я не хочу стрелять. Ты у меня... Наталья, вы меня не видите? Вы меня не видите или что это? Наташа, вот знаешь, вот это все пинг решает. Тебя не было, и ты пэшнулся и... Что ты несешь? В смысле меня не было? Я же был. Не был тебе. А, да? Ну, Серёж, ну дай ты мне свисплывать, не заходи за погрузчик. Да ты что, ходишь сама, ты даже наверх запрыгнула, нет? Кстати, я забыл, ребят, сказать, кто из нас проиграет, будет выполнять челлендж. Ой. Ясно, вот крыса, вот реально вот крыса. Ведь взял из катаны спину зарезал. Извини, пожалуйста, давай я тебе в следующий раз скажу. Вот смотри, давай я тебя сейчас не в спину зарежу. Видишь, я тебя сейчас не в спину зарезал, кто я теперь? Я не хочу... Подкати! Ой, я тебя... Всё, я тебя сейчас убью, вот смотри. Да, серьезно. Я просто не хочу с этим... Сука! Ты мне всю хуй... Сиксаур, бля, обоссанный, господи! На него хоть пламега ставь, хоть нет, он все равно в голову не ваншотит. Блин, ребят, я не знаю, нам просто админы выдали золотые пушки поиграть. Ну ты, слушай, ты по скиллу зажал, я даже еще не вышел. Ты типа префайр такой дала мне или что? Наташка, ты через дым стреляешь, понимаешь? Ты теперь, походу, прогу установила, чтобы это, через контейнеры стрелять, да? Как тебе не стыдно? Сначала прогу через дым. Во, видишь, она меня сейчас срит через дым. Смотри. Смотри, она меня сейчас... Где там? Ты где лежишь там? Ребят, это... Я столько стоял на одном месте. Ребят, это вот... Это, спасибо. Вот видите, как она меня стреляла через дым. Это программа, это по-любому программа. Вот это по-любому программа. Нужно кидать жалобу в ТП. Она меня через дым все ХП сняла каким-то образом. О, пулемет решил в голову. Ну я тебя хотя бы
бы титан успела снять. Ты мне успела титан снять? Как в старые добрые времена. Ты уже радуешься, что просто успела там не титан снять или антихэ? Ну дай ты... Серёжа, дай мне с респы выйти. Грена? То есть да, у меня... Сука, да как ты? У меня тоже Грена. Ты меня вслепую убила или что? Я не понял. Меня вслепую убила? Ты её прокинул как-то... Нет, дальше меня слепило. Ты что, серьезно? Хочешь, чтобы я тебя через дым слил? Давай, я слю тебя через дым, и ты будешь... Опа! Ой. Ну давай, я тебя сейчас через дым... Что это такое? Ты откуда вообще взялась? Я прошла справа. А, да? Справа прошла? Слушай, это слегка нагло стоится. Смотрите. Катана Сане, на тебе. Сука, она тупо. Что? У тебя кевларки? Какие кевларки? Меня ударил. Это не кевларки, ты что гонишь, я 2 года тебя бью. Ходит там, вот размахивается своей катаной. Нет! Вот урон прошел, вот зажало, вот 20 патронов. Что ты хочешь от нашего красного пинга, понимаешь? Урон проходит только по мне. А ты рандомно повернулся, так шапочку дал, и все нормально. Да, давай, хочешь, я тебе сейчас через стену шапочку дам. Давай, выходи. Серёжа, объясни, он не должен ваншотить. Я не знаю, что это за говно было. Мне это нравится, но я не знаю, что это. Его пофиксили, почему он ваншотит? Я не знаю. Чего? Я не знаю, что это такое, честно. А он что-то ваншотить начал, я не знаю. Что это? Блин, лучше бы он меня так в игре честно ваншотил, чем в играх 1 на 1. Ты тоже решил Сиксаура пострелять? А, ну что ты там... Ой, встала там, господи, Тащер, встала там стрелять. Давай на ножах. Давай на ножах. А у меня не катана. Давай на ножах. Что ты засала, что ли? Чё? Ой. Давай на ножах. Да вслед... Да нет, Наташ. Сам меня убивает. В следующем раунде. Вообще нормально. В следующем раунде на ножах. Все, давай сейчас на ножах. Ты не знаешь, у тебя катана, у тебя преимущество. А у тебя что, дефолтный нож? У тебя... Почему у тебя дефолтный нож стоит? Эй! Что? Ну, катана опять. Давай с катаной, ладно. Ой. Грену хотела кинуть! Слушай, ты сильно обидишься, если я тебя воглу... А, Наташа, хочешь с Новым годом тебя поздравлю? С новым счастьем. Эй, ты что? Ты что не вышла-то? Я хотел тебя поздравить. Ты куда? Ну, иди сюда. Ну я хотела ножом тебя зарезать, а ты... Серьезно? Ты, наверное, ты ножом меня хотел зарезать в пулемета, наверное, да? Слушай, а что, штык ставится на него, нет? Не ставится. Ну-ка, дай я, короче, вот такую сборочку поставлю. Ты меня сейчас никогда не увидишь. О, господи, как шикарно. Блин, ну ты с углом сидишь. Я тебе с углом сижу. А что, ты глушак поставил? Да. Наташа, я теперь самый тактичный игрок Warface, я буду тебя с глушителем убивать. Блин, прицел поменял. Стой, это ты наверху была? А, я... Слушай, с глушителем... Вот! Этот человек никогда не умеет один на один играть. Серьезно, да? Это ты, это, слушай, а кто у нас вначале там сидел за углом? Не ты случайно? Ну давай, я в прицеле как Тащер постою. Ну что ты? Где ты? Ты где? Че, на респе сидишь? Нет, я на центре, ты где? Да ладно, нет тебя на центре, я на центре. Я на центре. Ага, вот. Ты где был? Слушай, на твой респе, где я был? Ты что, серьезно, что ли? Не видел, что где я был? Сейчас я тебе, короче... Серёжа, ну убери пистолет! Сикс, у тебя же пулемёт. Пистолет в голову! Так стой! Ты нет! Грену! Ну... Ну, Серёжа! Да... Господи, давай, не давай. Да, пистолет, как истинный Тащер взял! Давай! Даю! Нет, это ты попутал. Ты меня напугал! Я думал, что... Как ты вот знал, что я и сюда пойду? Объясни, я... Старые добрые времена, когда Наташа играет 11-20. Где вы еще такое увидите? Наталья, вы готовы выполнить очень унизительный челлендж? Который я придумал... Ну как, он не унизительный, но думаю, ты офигеешь, когда я тебе его скажу. Да, вот где урон, вот объясни. Я вот сейчас тебя стреляла... Сколько-то патронов? Очень много патронов. Очень много патронов, Наташа очень хорошо выражает свои мысли. И, короче, я как будто в CSGO. Кстати, в CSGO есть такой пулемет, интересно. Что-то этот пулемет похожий. А хотя какой печенек в CSGO? Там есть один пулемет, он очень похож на этот. И сейчас от бедра, короче. Так. Без. Что ты столько?
ухо. Серьезно, что ли? Ты прикалываешься? Унизила просто, как вот не знаю кого, вот унизила. И унизила. Иди сюда. Блин, сука, с дефолта. Надо было мне дефолт. Я чуть тупанул. Я знал, что это будет изи бой. Надо было взять дефолтный нож и унижать я с него. Или не дефолтный нож, а какой-нибудь. Давайте я с коробки, короче, с патронов убью. Это будет достаточно унизительно. Давай на коробку с патроном, иди сюда. Ой, жмет, жмет. А, погоди, а почему у меня коробки? Ты! Коробки же сказал достать! Вот, реально вот крыса, вот выступаешь как последняя. Ты почти успела меня убить. Ладно, Таш, ну в следующий раз, отыграешься в следующий раз, ты не переживай. В следующий раз нам дадут какую-нибудь золотую пушку, и ты отыграешься. Я нарушал, серьезно? Да. Ты не нарушала? Нет. Ты считаешь, что я выиграл нечестно? А чё, коробку и сам с пистолета, вообще нормально. Так я сказал коробка, я просто коробка сказал. Это не значит... Коробка, типа, давай не коробка. Я достаю коробку, а он достает пистолет, вообще с киловой. Так я когда на коробке, если тебя обижал, ты все равно с печенегом была. В общем, ребят, если хотите больше выпусков 1 на 1, ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня, на Наташку подписывайтесь, и ссылки есть в описании. Приятного просмотра челленджа, всем удачи, друзья, всем пока. Пока. Это какое-то воспоминание о щенке. Кстати, друзья, кто спрашивал про нашу собаку, она сейчас живет на даче, и этот корм ей нифига больше не нужен, потому что для щенков, а она вроде уже не щенок. Хотя фиг знает, может быть надо. Ну, мы Наташке весело скармливать не будем, мы ей немного потом отвезем. Вот. 7 штук. В смысле 7? 7. Да ты не съешь-то, фу, ужас какой, фу. Хотя бы 2 штуки съешь и все, фу. Ну, короче, вы поняли, она должна сажать вот этот корм. Это кто-то в комментах написал. Кто-то в комментах написал, это не мы такие идиоты. Ну так, как в старые добрые времена, давай. Хренач. И что? Как на вкус? Знаешь, вкус какой-то, не знаю. А знаешь, из чего это делают? Нет. Хорошо, что это не кошачий корм. Кошачий корм, может, из каких-то крыс делают, а собачий, может, из каких-то, не знаю, реально мяса какого-то. Мышей, да? Мяса какого-то. Нет, собаки нет, мышь. Да, ты прав, я, пожалуй, 2 штучки съем. Я, наверное, один адекватный человек, который, я отвечаю, ни разу не ел ни кошачий корм, ни... По любому, в своей жизни пробовал кошачий или собачий корм. Я не пробовал, я тебе честно говорю, вот ни разу в жизни. Ужас какой, он так воняет, вы просто знали, как он воняет. Наташ, ты сегодня без поцелуев останешься, и завтра тоже. Фу, меня сейчас вырвет, Сережа. Все, я заканчиваю. Что, собачий корм круче, что ли, чем? Ой, кошачий корм круче, чем собачий, что ли? Да отстой! Что ты мне палишь? В общем, вот такой вот слабенький. Пишите, ребят, ваши челленджи в комментариях. Поинтереснее, просто мы пока не можем придумать, только с едой можем придумать что-то интересное, а такие вы можете сами написать. Всем лайки ставьте, всем удачи, всем пока.